Всем привет! Сегодня будем делать вот такой симпатичный ободочек для мышки. Делается очень легко, а главное просто. Ну что ж, давайте приступать! Нам понадобится ободок шириной 5 мм, 2 помпончика, желательно, чтобы они были вот с такой петлей, а также силиконовое полотно, которое есть трубочкой. И проволока любого диаметра. Трубочки нам понадобится длина 14 сантиметров, берем 2 штуки. А также проволочку берем подлиннее, для того, чтобы мы могли прикрутить к ободочку, 18 сантиметров. Измеряем расстояние, на котором должны быть наши ушки. У меня примерно 13,5 сантиметров. Вот так прикладываем ленточку и намечаем с двух сторон. И теперь на намеченную линию продеваем наши помпоны и фиксируем клеем. Теперь просовываем проволочку в трубочку и прикручиваем к ободочку. Расстояние от того места, где мы намечали, и там, где мы прикручиваем проволочку, должно быть примерно 1 сантиметр. Фиксируем все с помощью атласной ленточки.
Все готово, теперь будем декорировать. У меня вот такие самодельные розочки. Я их сделала из мягкого фетра. Вот такие тоже интересные готовые листики и тычинки. Итак, нам понадобится 2 квадрата фетра со стороной 4,5-5 см. Делаем попарно, то есть получается, что мы вырезаем 2 розочки на одно и второе ушко, для того, чтобы у нас было все одинаково. Срезаем углы и вырезаем по спирали. И теперь склеиваем нашу розочку. Продолжаем декорировать, приклеиваем листики и тычинки. Все готово, со второй стороны поступаем точно так же. И сзади я еще декорирую, приклеиваю по 2 маленьких пушка. Все готово. Вот такой симпатичный ободок у нас получается. А на сегодня у меня все. Если вам понравился мастер-класс, ставьте пальчики вверх и не забывайте подписываться на мой канал. Впереди будет еще очень много интересного. До встречи в новых видео. Всем пока!